Привет, друзья, мы на канале Duda Play, мы продолжаем играть в игру Hills of Steel, и у нас, ребятушки, берем светлый тон нашего скорпиона и отправляемся в бой против боссов. Посмотрим, сколько мы боссов сможем с вами победить нашим таким вот танком. На, ударчик получил. Так, аккуратно, сейчас он... Ух ты, попадает в меня, ребята, давайте мы его щелкнем быстрее. А то он нам в хвост прям стреляет. Нам надо как-то продержаться побольше волн. О, все, смотри, армада наша взорвалась. Не продержалась она долго. Даже до меня не доехала и мне ничего не сделала даже. Ни одного удара. О, еще один едет. На. Ой-ой-ой, это Катюша. Нафиг, нафиг, нафиг. Аккуратненько. Он прям в меня будет попадать, если прям близко к нему подъехать. Все, один готов. Следующий кнут едет. Ну, мы его сейчас быстро щелкнем. А может нет. Смотри, а что он так появился здесь рядом со мной? А, он еще и заехать якобы не может. Это все он обманывает. На тебе. Все, он может прекрасно подъезжать. Ага. Поехали наши вертолетики. Вертолетики! Раз, два, три. Три удара вертолету и все. Вертолет отдыхает. Ну и второй. Бомбардирчик. Два вертолета сразу. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Тихо-тихо-тихо. А, все. Уничтожили мы его. Лазерная пасть. Давай, не попробуем сразиться с тобой. Лазерная пасть. Раз, два, три. Три удара. Нет, мало ему, надо еще. Четвертый удар. Все, готов. Он даже не успел выстрелить. Следующий танк, удар грома едет. Ну, мы его тоже быстро сейчас щелкнем. Давай, удар грома. Я тебя сейчас буду пилить и стрелять в тебя. Все, готов. Ну, достаточно-таки быстро мы их уничтожаем. Да, ребята, давайте я передам привет сразу. Написали комментарии приветы. Сейчас я буду передавать. А передаю я Оксане, Елене, Андрею и Эльзе. Передаю привет вам. Вам хорошего настроения, ребята. Чтобы каникулы хорошо для вас шли. Весело. Конечно, чтобы вы смотрели мои ролики на канале Duda Play. Ну, а всем остальным, кто еще не писал комментарии, не передавал приветы, так что, ребята, пишите комментарии, передавайте приветы, и я передам привет лично тебе в следующем ролике. Угу. А вот вертолетчик. Поехали, вертолетчики. Надо нам как-то найти хорошее место, кстати. Ну, вот здесь, я думаю, нормально. Подождем, сейчас он подъедет. Нет, нет, он не едет. А, вот, вот и едет, смотри. Летит прям к нам. На, получай. Вот, сейчас как раз по касательной мы его заденем. Есть. Еще один ударчик. Готов. Так, сейчас второй должен быть вертолет. О, они всегда на пару летают. Бомбардир и кнут. На, гонец ада, то есть какой кнут. Угу. На тебе, на еще. Ага, смотри, надо... Что-нибудь другой холм найти. Вот здесь, например. О, здесь вам хорошо будем попадать. Раз, два, три. Да ты что такой живучий, а? Все, вроде бы убили. Лазерный ротик едет. Лазерный ротик. Едь сюда ко мне. Сейчас я тебя отщелкаю. Все. Есть. Уничтожили. Так, следующий у нас удар грома. Так, давай едь сюда, чувак. Достаточно-таки быстро наполняется у нас яд. Давай мы будем еще так хвостом тебя щелкать, жалом. Давайте армаду вот эту хвостом чисто отщелкаем. Сейчас подойдем поближе. Чисто хвостом. Раз, два, три. Да, три удара хвостом, и он умер. Этого тоже сейчас хвостом будем фигачить. Легиона. Сейчас подойдем. Немножко его отравим. Все, и пошли хвостом. Раз, два, три. Готов.
А кто-нибудь читает, сколько уже танков я уничтожил? Что-то я забыл подсчитать. На тебе, на, гаденыш. Все, убили вонючку. О, вот эта вонючка летит, конец ада. Вот это вот два вертолета вонючки. Ну, этот не так себе вонючка, а вот следующий. Да, следующий там вонючка еще тут. Так, этот холм не подходит мне, надо искать повыше. Так, ну это тоже маленький, конечно, холмик. Ну ладно, все равно. А, нет. Хотя нормальный. Все, сейчас он. Есть. Получай. Готов. Вот сейчас будет вообще очень такой злой этот самый вертолетчик. Бомбардир. Мы его должны вообще сейчас только так отщелкать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Начинает стрелять. Так, а ну нет, здесь нету ничего. Давай еще раз дальше пошли стрелять. Еще пару ударов. Смотри, какой он непобедимый, а. Вообще непобедимый этот самый вертолет. Наконец-то-таки мы его щелкнули. Лазерный ротик. Лазерный ротик едет. Угу. Едь сюда ко мне. Сейчас я отщелкаю тоже. О, попадание, смотри. Давай, стреляй, есть. Начал стрелять. Да, достаточно-таки много я танков сейчас уничтожу. И удар грома тоже, сейчас мы его щелкнем. Пошли. Отщелкаем его. Опа, раз, два, три. Готов, готов, умирай. Есть. Победа, ребята, победа самая настоящая. Так, ну уже здоровья мало. Мало здоровья. Так, ну давайте пару упреждающих ударов сделаем. И пошли, есть. Готов. Так, светится вообще миллиметр. 2 миллиметра у меня здоровья. Надо что-то как-то с этим делать. Я думаю, нам нужно немножечко подстраховаться. Ну, сейчас нормально, мы его сейчас отщелкаем. Он, о, да, он даже ни одного удара не нанес нам. Это хорошо. Следующий кнут. Угу. Давай мы его сейчас постреляем. На, получай. На, давай я тебе сейчас еще хвостом. Жалом своим, отравляющим. Так, вертолетчики пошли. Мне кажется, это все конец, ребята. Сейчас меня щелкнут. Да, также меня первый же танк щелкнул. Так, ладно. На, получай. Так, а ну, опа, жалом. Я его проткнул жалом, кстати, вертолетчик. Так, следующий. Бомбардир тоже достаточно-таки злой танк. Да, вертолет, то есть. Опа. Давай сюда, едь. Ого. Смотри, смотри, что он делает. Смотри, что он творит. Ну. И он меня уничтожает. О, так вот. Такой вот мощный вертолет. Его никак ничем нельзя убить, к сожалению. Давайте арахнидом попробуем. Сходим арахнидом, кого-нибудь поуничтожаем. Такой вот арахнид, тоже классный танк. Фиолетовый такой. Смотри, тараканчик, да? На тебе. Гады, сейчас я всех попробую убить. О! Здоровье, в принципе, у меня еще достаточное. Так, мне нужно будет уничтожить танк. Танк, который здесь есть. Вражеский. Я уже привык так играть скорпионом, что думаю, что у него есть клещи. А у него нету арахнида. Кстати, арахниду можно тоже какой-нибудь клещ придумать. Ага, у меня аж крутилочка стоит, циркулярная пила. Вот она и будет уничтожать танки. Давайте попробуем циркуляркой, чисто циркуляркой уничтожить врага нашего, легиона. Давай-давай, есть, готов. Все, мы его уничтожили. Босс повержен. Готово, отлично. Отличный танк, хороший. Мне нравится такой танк. И давайте попробуем, откроем сундучок. Что же там будет? А, там ничего интересного. Нет, не открыли. Два самоцвета открыли, представляешь? Круто. Давайте мамонтом попробуем уничтожить вражеский танк, босса. И еще и заработаем монеток. Ох-ох-ох-ох, смотри, как я проехал-то. Врага нашего. Эй, ты, дружище, куда идешь?
Тихо. Ладно, пусть убегает. Он ничего не сможет сделать. Ага, все, он-то проехал, а я-то проехать не могу, смотри, через ограждение. Ну ладно. Ё-моё, нифига его шатает здесь. Ох ты, давай, едь сюда. На, с одним выстрелом. Нифига, у него шапка слетела от того, что он назад так резко начал ехать. Все. Ого, вот это у него выстрел. Ой-ой-ой-ой, танки. Ой, эти вертолетчики. Ладно, ждем. Сейчас подъедет вертолет. На, получай, с одного выстрела мы его уничтожили. Хорошо, едем дальше. Ага, вот, смотри, танк. Ой-ой, тихо. На, готов, еще один вертолетчик. А что, я тебе не попал? Да ну, как так? Ага. На, нет? Есть, все, попал и увидел. У нас танк вообще такой странный. Он очень-очень мощный. Выстрел прям отдает в танк, что танк отлетает. Смотри. Тыщ. Готов. Тыщ. Вот сейчас это. Тыщ на тебя. Есть. Все. Рассердился, босс выезжает. Армада. Ну давай, попробуй. Подъедь. Я тебя только могу даже крутилкой одной уничтожить. Смотри. Видишь как? Ладно, на последний, так я с тебя выстрелю. Вот так. Отдыхай. Угу. Рекорд 48. И мы получаем одну звездочку. Давайте, ребята, выберем Теслу. Ну, такую вот красненькую. Пускай красненькая будет. И поедем против танков. Я хочу уничтожить тут босса. Теслой. О, как хорошо, смотри. Мне нравится, что он очень интересно уничтожает. Вот так вот, прямо наверх молнию пускает и уничтожает этих вертолетчиков, которых я, как вы знаете, не очень сильно люблю. Ладно, едем. Никого, смотри, ни одного танка нету. Странно. Очень как-то странно. А, на, уничтожили. Так, сейчас подожди, вот этого сейчас уничтожу. Молнией. Готов. Так, едем дальше. Кто у нас там? А, вот еще чувак. На, держи молнии. Тесла тебя выжгет. О, смотри, как хорошо. Истребитель уничтожили и вертолет. Ох, нифига, какие молнии, смотри. На, готов. Очень быстро мы поуничтожали всех, и едет у нас армада. Танк. Давай, едь. Едь ко мне, я тебя сейчас поджарю. Молнии. О! На, держи, Тесла. Тесла танк, ребята. Очень мощный танк. Давайте сразу подлечимся немножко. И дальше будем мочить. Все. А там-то... Мочить-то что он уже? Практически уничтожен был танк. Танк. И получаем вторую звезду. Давайте откроем сундучок. Посмотрим, что будет в сундучке лежать. Тут ничего интересного нету. Ладно.